تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك الله فيكم. Продолжаем разбор толкования мухтасара тафсира имама аль-Багави рахима аллах. Мы дошли до третьего джуза. 253 аят, слова Всевышнего Аллаха Субхану Тааля: «Тилька ар-русулю фаддальна баъдахум аля баъд, минхум ман каллама Аллах». Таковы посланники. Одним из них мы отдали предпочтение перед другими. И среди них были такие, с кем разговаривал Всевышний Аллах. Ай, говорит имам Багави, то есть каллямаху Аллаху Тааля, то есть тем, с кем разговаривал Всевышний Аллах. Я не Муса, алейхиссалям, как Муса, алейхиссалям. وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ. А некоторых из них Аллах возвысил по степеням. يعني محمدًا صلى الله عليه وسلم. То есть имеется в виду Мухаммад صلى الله عليه وسلم. وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَتَلَ الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ. И мы даровали Иисе, сыну Марьям, ясные знамения и поддержали его Святым Духом, то есть Джибрилем алейхиссалям. И если бы Аллах пожелал, то следующие за ним поколения не сражались бы друг с другом. Ай мимбади русуль, то есть после посланников. Мимбади маджад гумуль байинат, валяки нихталяфу фамин гуман аман. То есть после того, как ним они не сражались бы после того, как к ним явились ясные знамения, однако они разошлись во мнениях, и одни из них уверовали. Сабата аля иманихи бифадлилля, то есть крепко держался своей веры по милости Всевышнего Аллаха, «Вамингум» и из них «манкафар», кто не уверовал, «бихузляниги» по той причине, что Аллах Субхану Тааля оставил его без своей помощи, «валяуша Аллаху макататалю», и если бы Всевышний Аллах пожелал, то они не сражались бы друг с другом, «аадагу таакидан», Всевышний Аллах Субхану Тааля еще раз, то есть повторил, для того, чтобы подтвердить этот смысл, «валякинна Аллаху яфалю ма юрид», «валякинна Аллаха яфалю ма юрид», однако Аллах вершит то, что пожелает. Юаффик ман яшау фадлян, ва юхаззиль ман яшау адлян. То есть Аллах Субхану Тааля помогает тому, кому пожелает, то есть крепко держаться веры по своей милости, и оставляет кого-то без помощи на основе своей справедливости. И это баракалуфику макида ахли сунна валь джама. То есть если Всевышний Аллах Субхану Тааля ведет какого-то человека по прямому пути, братья, то это по милости Всевышнего Аллаха Субхану Тааля. А если Всевышний Аллах сбивает кого-то с прямого пути, то по своей справедливости. И что значит баракаллаху фикум сбивает, как здесь упомянул имам Багави рахиму Аллаху Тааля, то есть сбитье, сбивание с прямого пути, это хузлян. То есть что значит хузлян? Оставляет человека без помощи, баракаллаху фикум. И по своей справедливости. То есть Всевышний Аллах Субхану Тааля, то есть на подобные аяты, то есть когда мы говорим, например, про аяты или про хадисы, где говорится о том, что Всевышний Аллах ведет, кого пожелает, избивает с прямого пути, кого пожелает, мы должны на эти аяты смотреть через призму слов Всевышнего Аллаха «Вама роббука бивалями лилябид» – «Твой Господь зла своим рабам не делает». И поэтому, баракаллаху фикум, Всевышний Аллах не сбивает того, кто хочет и стремится идти по прямому пути. Всевышний Аллах Субхану Тааля сбивает, как мы сказали, хузлян, это называется, оставляет без помощи. Просто оставляет без помощи. Валиллахи масалля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Однажды мы приводили такой пример, разбирая вопрос кадра. Представьте какую-то скоростную трассу. И на этой трассе стоит, допустим, какой-нибудь человек в годах.
и обращается к тебе и говорит: «Молодой человек, будь добр, переведи меня, пожалуйста, на ту сторону дороги». И ты говоришь: «Конечно, пожалуйста». То есть тем более человек обратился к тебе так вот, то есть воспитанный и так далее. И ты берешь его за руку и переводишь его на ту сторону дороги. Правильно или нет? Вот это называется баракалуфикум тауфик. То есть ты указал, ты помог ему. Ты помог ему, баракалуфикум. А ты не был обязан, ты не был обязан. То есть это не было твоей обязанностью. Но ты проявил ему, как говорится, милость и перевел его через дорогу. Баракалуфикум, другой пример. Когда, допустим, ты стоишь на трассе или идешь по дороге и видишь, стоит человек в годах, и который обращается к тебе скверными словами, обзывает тебя, материт и говорит: «Ты такой-то, такой-то, ну-ка езда, ну-ка быстро меня переведи через дорогу». Баракалуфикум, ты же, когда услышал такое обращение, говоришь: «Нет, я тебя не буду переводить через дорогу», и пошел дальше. И этот старик, баракалуфикум, пытаясь перейти дорогу, попал под машину. Ты поступил с ним несправедливо? Нет. То есть ты ему зло сделал какому-нибудь этому старику? Нет. Однако ты поступил с ним справедливо. Правильно же? А твоя справедливость проявилась в том, что так как он проявил тебе свой скверный этикет, то есть обратился к тебе таким образом, унизил тебя и так далее и тому подобное, ты просто оставил его без помощи и пошел дальше. Валиллахи масаля аля, Аллах лучше, чем все эти примеры. Вот таким вот образом, баракалуфикум, мы должны смотреть на вопрос предопределения. Когда мы видим, что какой-то человек, баракалуфикум, грешит. Когда мы видим, что какой-то человек совершил грех, а потом после этого еще один грех совершил, потом после этого еще один грех совершил. И катится, и катится, и катится, и катится вниз. Это по какой причине, баракалуфикум? По причине того, что Всевышний Аллах оставил его без помощи. А если человек остается без помощи, то он остается окруженный врагами. Враг номер один – это Иблис. Враг номер два – это шайтан из числа джинов и людей, которые его окружают, он же в обществе живет. Враг номер три – это его душа, который постоянно приказывает ему зло. И человеку очень тяжело справиться с врагами. У него просто-напросто не хватает сил справиться с этими двумя внешними и одним еще внутренним врагом. Представляете? То есть ты в замке, баракалуфикум, представьте, что у тебя замок, и на тебя напал враг с севера, и ты все свое войско отправил на северную стену своего замка защищать. И тут же с другой стороны, баракалуфикум, еще один враг нападает на тебя с южной стороны. И ты все свое войско отправляешь на южную сторону. Когда ты отправляешь на южную, тебя бьет с северной стороны другой враг. А поделить ты войско не можешь. Почему? Потому что если поделишь все свое войско, то половина войска не справится ни с той, ни с другой стороной, баракалуфикум. И мало этого, у тебя еще оказался внутренний враг. То есть внутри, в самом государстве или в том замке, в котором находишься, оказались какие-то бунтари и так далее и тому подобное. Как ты справишься в таком? Да никак, у тебя просто-напросто сил не хватит. Потому что мы сказали, если даже тебе армии не хватит только одну стену защищать, тебе придется армию поделить, а еще внутри твой враг. Что от тебя останется? Ничего от тебя не останется. Баракалуфикум, валиллахи масаля аля. Аллах лучше, чем все эти примеры. Вот таким вот образом Всевышний Аллах спонтанно оставляет человека без помощи. И поэтому, баракалуфикум, когда мы видим, что какой-то человек грешит, совершает страшные грехи, человек совершает неверие, человек совершает ширк, человек совершает нечестие и так далее и тому подобное, все это по той причине, что Всевышний Аллах оставил его без помощи. А почему Всевышний Аллах его оставил без помощи? По справедливости своей, субхана Аллах. Значит, этот человек сделал что-то такое, из-за чего Всевышний Господь его оставил без помощи. Если же человек, баракалуфикум, как говорится, закатает рукава и пойдет по прямому пути и будет стремиться к Господу, субхану Аллаху, нет, Всевышний Аллах не оставит тебя без помощи. Всевышний Аллах, субхану Аллаху, обязательно поведет его прямым путем, баракалуфикум, и поможет ему. Баллаху алям. Я айюха аллазина аману анфику мимма разакнакум мин кабли ан яттия яумун ла байум фихи ва ла хуллату ва ла шафа'а валькафируна хуму аззалимун.
Дальше Всевышний Аллах, Субхану ва Тааля, говорит в 254 аяте: «Я юалявина аману анфику мимма разакнаку». «О те, которые уверовали, делайте пожертвования из того, чем мы вас наделили». Баракаллаху фикум. Каля судди, имам Багави говорит о том, что судди сказал: «Арада бии закат аль мафруда». То, что в этом аяте, по словам Всевышнего Аллаха, расходуйте или делайте пожертвования из того, чему вас наделили, подразумевается закят. Каля гайругу, другие же сказали: «Арада бии садака татауа». Нет, здесь подразумевается желательная садака. Ван нафака фил хайр, и расход, то есть во все пути добра. Баракаллаху фикум, одно другому не противоречит. Потому что если мы скажем о том, что здесь речь идет о закате, тогда мы говорим то, что здесь приказ обязательно. У тех, кто уверовали, делайте пожертвования в обязательном порядке из того, чем мы вас наделили, если есть условия для выплаты заката. А это то, чтобы ваша сумма достигала нисаба, то есть того количества имущества, с которого выплачивается закат. И второй баракаллаху фикум, если в этой сумме требуется прохождение одного года, тогда это баракаллаху фикум, как, допустим, это золото, серебра, с наличных денег, с коров, с баранов, верблюдов и так далее, тогда ты должен один год подождать. Если же это из такого имущества, из которого не надо, то есть достаточно просто количество нужного, требуемого, и не нужно ждать один год, а это как закат с посевов, то как только ты собрал баракаллаху фикум, то есть если ты собрал закат с посева, если собрал посев, то есть такое количество, с которого выплачивается закят, то ты должен выплатить десятую часть, если баракаллаху фикум твой посев поливался какой? Естественным образом, то есть дождем и так далее. Если же ты сам занимался орошением, то половина этого, то есть только пятую часть, Аллаху аль. Вакаля гайр, то есть 5%. Вакаля гайруху арада би садака татау ва нафака фил хайр. Мин кабли ан ятия йому ля байун фия. То есть расходуйте из того, чему вас наделили, до наступления того дня, когда не будет торговли. Айля фида афига, то есть человек не сможет выкупиться. Суммия байян, почему была названа эта торговля? Лянна фида шира нафса, потому что выкуп это является торговлей с какой стороны? То, что человек выкупает сам себя. Валя хулля, валя садака, то есть валя хулля имеется в виду, валя шафа, не будет ни дружбы, то есть судный день. Валя шафа, не будет заступничества. Илля бьивнилля, кроме как с дозволения Всевышнего Аллаха спадак. Валь каферу нагуму золимун. А неверующие являются беззаконниками. Лянну вадау ля'ибадата фи гайри маудаиха. В чем их беззаконие? В том, что они посвятили поклонение туда, куда нельзя было его посвящать. Поклоняться можно только одному Господу, Субхану Аталя. А посвящать поклонение кому-то, кроме Господа, Субхану Аталя, является большим ширком, и поэтому оно названо как зульмом, потому что посвящается не туда, лишь направляется поклонение не туда, когда оно должно быть направлено баракаллаху фикум. Что касается слов Всевышнего Аллаха Субхану Аталя, «Я юлядина аману анфику мимма разакнакум», те, кто уверовали, делайте пожертвования с тому, чем мы вас наделили. Мы с вами, баракаллаху фикум, говорили не раз о том, что среди ученых есть разногласия по поводу заката из денег, которые находятся в обороте, то есть в торговле в обороте. И большинство ученых, баракаллаху фикум, говорят о том, что выплачивается закят с той суммы, которая находится в обороте. То есть, если ты купил, допустим, какой-то товар, грубо говоря, например, купил автомобили, например, у тебя автосалон, и ты пошел, купил 10 автомобилей, и поставил это у себя в выставочный салон, и перепродаешь эти 10 автомобилей. И вот прошел один год, баракаллаху фикум, тебе надо выплатить, по мнению большинства, с этих автомобилей закят. То есть ты смотришь, по какой сумме ты продаешь эти автомобили. Допустим, каждый автомобиль ты купил по 10 тысяч долларов, и перепродаешь по 12 тысяч долларов. Правильно же? 10 автомобилей представляет из себя 120 тысяч долларов. Вот 2,5% со 120 тысяч долларов ты платишь. Это мнение, баракаллаху фикум, большинства. Что касается твоего салона, что касается, баракаллаху фикум, компьютеров, что касается, например, той техники, которая обслуживает вот этот твой салон и так далее и тому подобное, со всего этого закят не выплачивается, а только чисто с товара. И вот, другое же мнение гласит о том, что, баракаллаху фикум, с денег в обороте заката нет. Но они, баракаллаху фикум, вот это очень важный момент, просто некоторые люди, когда услышали это мнение, то есть имеется в виду, что с денег в обороте закята нет, а у этого человека, например, все деньги в обороте, все, я не буду выплачивать закят. Нет,
Эти ученые говорят, у тебя есть аят, где Всевышний Аллах сказал, «Я юлявина аману анфику мима разахнакум, у тех, которые уверовали, делайте пожертвование с того, чем мы вас наделили». То есть что значит этот аят? Хорошо, если ты придерживаешься мнения, что нет денег в закате с оборота, и у тебя вот такой вот салон, то есть все деньги ты на автомобиле потратил, Аллах тебе, субханаллах, приказывает, что каждый раз, как ты свой автомобиль продаешь за $12,000, у тебя должен быть определенный удел. То есть ты же 2000 же заработал после того, как, допустим, скажем, ты закроешь, например, текущие расходы, и у тебя чистыми останется, допустим, $1000, то есть зарплаты, свет, газ там и так далее, аренда заплатил, у тебя остается чистыми $1000. Ученый говорит, с этой $1000 должно быть какое-то количество, ну, не ограничено, то есть не четко. Например, закят 2,5%, правильно же? Они говорят, сколько тебе не жалко, сколько тебе не жалко, дай с него садака. Почему? Потому что же это из того имущества, которым тебя наделил Всевышний Аллах. Аллах приказал тебе и сказал у тех, кто уверовал, делайте пожертвование с того, чем мы вас наделили. Поэтому каждый раз, когда ты что-то зарабатываешь, что-то оттуда расходуй, баракаллаху фикум, если ты придерживаешься второго мнения. И Аллах, субхана ва тааля, тебе даст за это баракат. И в первую очередь тебе принесет это пользу в судный день, потому что Всевышний Аллах сказал, «Мин кабля аятя йомун ля байун фиху, валя хуллату, валя шафа». До того, как придет тот день, в который не будет торговли, то есть ты не сможешь выкупить себя, не будет дружбы и не будет, баракаллаху фикум, заступничества. «Валь кафируна гум зуалимуна», неверующие являются беззаконниками. Я побуждаю, дай Аллах, чтобы мы закончили тафсир. Если кто раньше на это не обращал внимания, начните с сегодняшнего дня. Вот как появляется баракаллаху фикум новая запись, как вы ее прослушали, перед тем, как появится следующая запись, постарайтесь выучить. И представьте, этим самым вы объедините между двумя добрами. То есть баракаллаху фикум получается, и выучите, и будете знать тафсир. Смотрите внимание, субханаллах. Да сколько вот удивительных слова Всевышнего Господа, субханаллах. Если человек, как сказал Всевышний Аллах, афаляет адабарун аль-Кур'ан, почему они не задумываются над Кораном? أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا